Всем привет! Это второе видео. Мы читаем «Виноваты звезды». Мы находимся на четвертом параграфе. Вот. Это... Так, сейчас, секундочку, я поделюсь экраном. Немножко увеличила шрифт, чтобы вам было удобнее все тут смотреть. Окей, поехали. The support group, of course, was depressing as hell. Группа поддержки, конечно, была депрессивной. Ну, тут как ад написано. Ну, имеется в виду чертовски или сильно, очень сильно депрессивный. It met every Wednesday in the basement of a stone-walled Episcopal church shaped like a cross. It met. Она встречалась. Обратите внимание, как бы it, это она, встречалась, собиралась. It met. Every Wednesday, каждую среду, in the basement of a stone-walled Episcopal church. In the basement, в подвале епископальной церкви с каменными стенами, shaped like a cross, в форме креста. Здесь классным образом используется третья форма глагола, потому что wall – это не только стена, это еще to wall – окружать стенами. И shape – это не только форма, да, то есть существительное shape. Это еще и глагол to shape. И мы берем третью форму. И третья форма – это причастие прошедшего времени, служит как прилагательное. То есть как, какая церковь? Stone-walled. С каменными стенами. Какая? Shaped like a cross. В форме креста. We all sat in a circle right in the middle of the cross where the two boards would have met, where the heart of Jesus would have been. Мы все сидели в кругу, прямо в середине креста. Ну, самого креста не было. И об этом нам говорит конструкция дальше, которая используется. То есть мы представляем, если бы он был, этот крест, тогда, where the two boards, где две перекладины, would have met, встретились бы, пересеклись бы, where the heart of Jesus would have been, где было бы сердце Иисуса. Да? Вот оно, would have been, would have met. Вот она конструкция. Но по сути, это вторая часть, да, результирующая, там, где последствия указываются. Это третий conditional. Would have been, would have met. Есть версия такая, что, возможно, почему именно would have met? Потому что перекладины когда-то были. И они просто не дожили до настоящего времени. Потому что вот это Stone-Walled Episcopal Church, возможно, она очень старая. Может быть, там и был крест, но сейчас его нет. Но задача была такая, чтобы мы, читатели, поняли, как ребята располагались внутри здания. Что они вот прямо в сердце как бы Христа находились. Если бы мы представили, да, что там был, или был когда-то крест. В прошлом видео я говорила о том, что автор использует глагол rotate, что состав менялся. Именно rotate, я думаю, еще связано с тем, что они сидят именно, образуют круг, да, потому что rotate – это вот про стрелки часов, двигающиеся по кругу. Ну, думаю, не случайный здесь выбор именно этого глагола. I noticed this because Patrick, the support group leader and only person over 18 in the room, talked about the heart of Jesus every freaking meeting, all about how we, as young cancer survivors, were sitting right in the Christ's very sacred heart and whatever. Я заметила это, ну, что мы сидели в центре, да, потому что Патрик, лидер вот этой вот группы, ну, то есть тот, кто, собственно, ее вел, группа поддержки, и единственный человек, over 18, которому старше 18 в комнате, in the room, talked about the heart of Jesus, говорил, рассказывал о сердцах Иисуса
every freaking meeting. Freaking – это вместо, это более мягкая форма, эвфемизм для того, чтобы не говорить fucking. Freaking. Freaking meeting. All about how we, все о том, как мы, as young cancer survivors, молодые онко, выжившие, ну, выжившие, пережившие рак, выжившие при онкологии. We're sitting, прям вот тут вот прошедшее continuous, вот прям подчеркивается этот момент, что вот, вот он говорил, что мы прямо там находимся, we're sitting right in the Christ, прямо вот в самом вот этом священном сердце Христа. And whatever, whatever показывает, что отношение на самом деле Хейзел, что оно очень цинично, ну и типа whatever, ну и похрен, ну и все такое там в этом духе, как бы, что ей все равно, неважно, чего он там гонит про этого Христа, да, вот, вот этот момент, видно ее отношение. So here is how it went in God's heart. Ну вот как все это происходило в сердце у Бога. The 6 or 7 or 10 of us walked, wheeled in, grazed at a decrepit selection of cookies and lemonade, sat down in the circle of trust and listened to Patrick recount for the 1000th time his depressingly miserable life story, how he had cancer in his bones and they thought he was going to die, but he didn't die. And now here he is, a full-grown adult in a church basement in the 137th nicest city in America, divorced, addicted to video games. Бесконечное предложение. Addicted to video games, mostly friendless, eking out a meager living by exploiting his cancer-tastic past, slowly working his way toward a master's degree that will not improve his career prospects, waiting as we all do for the sword of Damocles to give him the relief that he escaped low those many years ago when cancer took both of his nuts but spared what only the most generous soul would call his life. Я не замечала, что это, ну, оно тянется, это предложение на весь параграф. Я возьму каску, так, annotate и spotlight. Так, the 6 or 7 or 10 of us, 6, 7 или 10 из нас, walked, входили, да, пешком, wheeled in, вкатывались. Wheel – это колесо, да, hot wheels, да, знаете. Wheeled in, так, значит, въезжали, grazed at. Grazed – это как-то... Так, сейчас, секундочку. Это то ли грызть, то ли как-то вот grazed это. Прошу прощения, этот момент я упустила. Ну, окей, как-то они, да, начинали поедать. А в комментариях тогда напишу, что такое grazed, по-нормальному, поточнее. На эту, в общем, начинали есть вот эту... Decrepit selection. Decrepit как это убогая, ну, убогая. Это, ну, такая подвядшая, в общем, немножко подсохшая такая коллекция печенюшек, лимонад. Sat down, садились in the circle of trust, вот в этот вот круг доверия. And listen to Patrick, recount, и слушали Патрика, вот эти его воспоминания, очень подробные, вот эти recount, это вот так подробно излагать что-то. В тысячный раз его his depressingly miserable life story, его депрессивно несчастный такой, miserable, это very unhappy. Life story, история жизни, how he had cancer, как у него был рак в его яичках, in his balls. And they thought, и они думали, то есть это все думали, he was going to die, что он собирается умереть, but he didn't die, но он не умер, и вот он тут, a full-grown adult, вот, кстати, опять, причастие прошедшего времени, третья форма глагола работает как прилагательное,
Full grown. Полностью выросший. Grow, grew, grown. Полностью выросший, сформированный, да, adult, взрослый. In a church basement, в подвале церкви. Так, 137-й лучший город Америки, наверное, 137-м месте в списке лучших городов Америки. Разведенный, divorced, addicted to video games. Addicted – это пристрастившийся, то есть зависимый от видеоигр. Mostly friendless, большей частью friendless, то есть без друзей. Eking out a meager living. Eking out – это eke out, это влачить. Влачить meager, meager living. Вот убогое существование by exploiting, используя, как бы эксплуатируя. His cancer-tastic past. Его вот это прошлое, сейчас я объясню. Тестик добавляется, когда мы хотим что-то выделить, что что-то вот такое очень-очень-очень хорошее, extremely good. Здесь, конечно, Хейзел говорит с сарказмом. Можно перевести, как перевели в русской версии, это онкорос, чудесное прошлое. Cancer-tastic. Ну, это как вот fantastic, да, расчудесный такой, fantastic. Здесь cancer-tastic. Slowly working his way toward a master's degree. Медленно working his way, это прокладывать путь. Work his way, это такое действие, которое происходит с усилиями. Оно трудное. Например, когда я гуляю с собакой, и вот свежевыпавший снег, там какие-то сугробы, собака туда не идет, вот она путь не хочет прокладывать. То есть это сложно. Working his way toward a master's degree. То есть он как-то вот прокладывал путь с большим трудом к вот этой степени магистра. Я вот так вот сейчас переведу. To a master's degree. Которая не улучшит его карьерные перспективы, ожидая, as we all do, как мы все делаем, for the sword of Damocles, меча Дамокла, Дамоклова меча, чтобы дать ему облегчение. Здесь Хейзел имеет в виду, что relief, облегчение, это именно смерть. То есть меч, Дамоклов меч, это меч, который был подвешен над Дамоклом, такой тиран был. И этот меч без ножен, он висел над его головой на волоске, по-моему, конский волос. То есть это означает, что всегда висит какая-то угроза, да, что благополучие, оно только кажется благополучием, да, пока, до тех пор, пока ты не увидишь этот меч, висящий над тобой. А, окей, которого, да, меча, который бы дал ему избавление, вот этого избавления он избежал, he escaped low, сейчас я про low поговорю, he escaped low those many years ago, который он избежал, ну, смерти избежал много лет назад, when cancer took both of his nuts. Nuts – это тоже про яички, да, такая, скажем, как орешки, да, ну, сленговая такая форма. Когда рак забрал оба его яичка, да, but spared, ну, как бы оставил то, что только самая, ну, такая добрая, щедрая душа могла бы назвать жизнью. Ну, Хейзел тут просто очень-очень, скажем, в депрессивном реально и саркастическом состоянии. Вот. Low. Low означает look. Это что привлечь внимание. Я думаю, что я в комментариях еще напишу, как это... Сейчас я попробую перевести, что избавление, которого он избежал, вот эту смерти, да, он избежал
гляньте-ка, вот много лет назад, или как бы прикиньте, много лет назад. Не знаю, еще, может быть, сама себя скорректирую, вот напишу тогда. Вот, вот такой. Здесь мы тогда остановимся. Всем спасибо. Еще раз повторюсь, пожалуйста, комментируйте, не стесняйтесь, меня только в радости. Это, ну, не какая-то, не какое-то, не знаю, там, обязательство тяжелое. Нет, для меня, наоборот, интереснее. Если какая-то критика, ради бога, или какие-то, ну, критику в плане, что можно улучшить, да, и не то, что там все плохо. Это я тут сама умею делать. Вот, так что, в общем, буду рада. Если что-то я могу чем-то, да, улучшить свои видео, пожалуйста, напишите. Все, всем спасибо, пока.